Мы были в приграничной зоне между Белоруссией и Украиной, на юге, где находится зона отчуждения, которая закрыта для большинства людей из-за высокого уровня радиации. Я понял, насколько сложно быть вместе, насколько сложно путешествовать, насколько сложно объединять народы. И я понял, что виноваты в этом не обычные люди, а кто-то наверху, кто принимает решения. Мы встретили много людей, которые говорят на итальянском. В самом деле, некоторые даже лучше, чем сами итальянцы. И я думаю, что это еще одно свидетельство нашего культурного обмена. Ожидания и реальность от поездки в Беларусь. С одной стороны, я ожидал, что страна будет сильно отличаться от Италии. Но в то же время у меня было сомнение, что это возможно, учитывая глобализированный мир, в котором все становится похожим. Однако я должен сказать, что ожидание увидеть что-то совершенно другое оказалось более точным. Я почувствовал себя немного не в своей тарелке, потому что был первый раз в моей жизни, когда я ничего не понимал из того, что говорили вокруг. Я не имел возможности выразить себя, и это был сильный опыт, потому что я почувствовал себя неким мигрантом, как многие, часто приезжающие в Италию. И потом мне показалась совсем другой энергия на улицах, как организованы города. Мы привыкли к узким улочкам в Италии, а здесь все большое, все просторное. Должен сказать, что я обнаружил гораздо больше различий, чем ожидал в 2023 году. Но есть одна вещь, которая очень похожа на мою землю. Это гостеприимство и радушие. Мне довелось останавливаться в белорусских семьях и быть принятым так, как мы принимаем друг друга на Сардинии, с таким же гостеприимством. О своем фильме. Этот фильм – документальный проект, который ставит целью рассказать об оздоровлении детей после Чернобыльской аварии. Это было огромное движение гостеприимства и солидарности, которое возникло в Европе после ядерной катастрофы. Для нас очень важно рассказать, как даже впоследствии даже самых ужасных трагедий могут родиться прекрасные вещи. Когда я узнал, что есть дети, возможно, из детских домов или из семей с проблемами, у которых есть возможность оздоровиться на Сардинии, увидеть иной уклад жизни и все, что создает условия для обмена культуры, мне показалось очень важным рассказать об этом. Исследовать прошлое и поискать подсказки для настоящего. Как культурные обмены могут влиять на взаимоотношения? О детской дипломатии между Белоруссией и Италией. Diciamo che quando questi bambini partivano erano totalmente inconsapevoli. Скажем так, когда эти дети уезжали, они были абсолютно не осведомлены о том, что происходит. Каждый реагировал по-разному. Были те, кто испытывал страх, а также те, кто был полон любопытства. Но никто из них не имел полного сознания ни о проекте, ни о том, что будет происходить. И именно здесь дети играли решающую роль, открываясь людям другого народа и культуры, вступая в контакт. Итак, это были дети из детских домов, а также дети, которые жили в семьях здесь и которые затем смогли почувствовать себя как бы частью уже двух семей. В общем, были очень разные ситуации, но все, или по крайней мере те, кого мы интервьюировали, испытывали большое желание продолжать путешествовать, познавать мир и открываться новому. Avevano una grande voglia di continuare a viaggiare, di continuare a conoscere, di continuare ad aprirsi.
Я считаю, что это очень важный аспект, потому что дети не имеют шаблонов, дети не участвуют в политике, дети имеют большую открытость, и поэтому они много научили нас в этом. О самой трогательной истории фильма. Есть история, которая меня очень глубоко поразила, и, на мой взгляд, она отражает одну из главных идей фильма, которую мы создаем. Это история Ольги, которая выросла в детском доме в Беларуси. Когда ей предстояло поехать на Сардинию, она боялась, потому что не знала, что ее ожидает. К счастью, там были люди, которые ее ждали, которые приняли ее как дочь и позволили ей почувствовать, что такое настоящая семья. Ей повезло оказаться в большой и сплоченной семье. Затем она решила не оставаться в Италии, а вернуться в Беларусь и создать семью, подобную той, которую ее приняла. Это впечатлило нас, членов съемочной группы, потому что мы почувствовали в этом искренность, трогательность и подлинность. И благодаря таким историям я понимаю, что люди, которые организовывали оздоровление детей, сделали действительно что-то хорошее. О самом запомнившемся месте съемок. Siamo stati nella zona di confine tra Bielorussia e Ucraina. Мы были в приграничной зоне между Белоруссией и Украиной, на юге, где находится зона отчуждения, которая закрыта для большинства людей из-за высокого уровня радиации. Я хотел увидеть места, откуда были эвакуированы многие люди, и приблизиться как можно ближе к этому центральному узлу. Мы думали, что сможем снять только пейзажи и, возможно, разрушенные дома. Много природы, потому что мы знаем, что сейчас, когда человека нет, деревья взяли свои территории обратно. Однако почти случайно нам повезло встретить мужчину, который вырос в одной из деревень, которые затем были эвакуированы. С ним, пробиваясь через густые, как в джунглях, заросли, мы смогли попасть в его бывшую школу, которая, разумеется, была покинута, и главное, в его дом, где он вырос. Он подробно рассказал нам, как они жили, что было, где спали мать и отец, где он играл. В какой-то момент у него выступили слезы, потому что он вспоминал о жизни, которой больше нет. Нас это очень впечатлило. Об опасности ядерного оружия. È terribile vedere quello che è successo. E purtroppo non è passato. Ci sono state delle persone nelle. Ужасно видеть, что произошло, и, к сожалению, понимать, что это не прошло. Мы встречались и с людьми, которые говорили мне: «Я ничего не знаю о Чернобыле, я родился после». К сожалению, это не так, потому что даже для поколений, родившихся после, есть последствия. Мы брали интервью у девушки, которая готовится к операции на щитовидной железе, и это последствия тех событий. Когда мы были там, в этой зоне отчуждения, мы измеряли радиацию. К сожалению, она была выше естественного фона. Во многих районах сейчас пытаются восстановить жизнь, и это здорово. Мы видели пчеловодов, видели, как выращивают фрукты. Но при этом остается огромная территория, где до сих пор нельзя собирать грибы, и где нужно быть очень осторожным, а прошло почти 40 лет. Это заставляет нас помнить, что ядерная энергия, безусловно, опасна и требует осторожного использования. Но прежде всего, это заставляет нас задуматься о том, что говорить об использовании ядерной бомбы, вероятно, самая глупая вещь на свете, потому что это причинило бы вред всем нам. Как можно объединять Беларусь и Запад? Io non so cosa possono fare gli altri, so cosa posso fare io e
Penso tanti artisti hanno la possibilità. Я не знаю, что могут сделать другие, но я знаю, что могу сделать я. Я думаю, что многие художники имеют возможность в своей свободе быть своего рода шипами в боку для тех, кто абсолютно не хочет диалога, тех, кто абсолютно не хочет мира. Культура и искусство — это наше единственное оружие. По крайней мере, как режиссер, у меня есть только это оружие — искусство и коммуникация. Несомненно, это очень нужно, потому что я лично испытал это на себе, и это будет мне служить в будущем. Чтобы приехать сюда, мне потребовалось почти 2 дня, более 3 часов на границе. Автобус остановился на середине дороги, потому что горел двигатель. Я понял, насколько сложно быть вместе, насколько сложно путешествовать, насколько сложно объединять народы. И я понял, что виноваты в этом не обычные люди, а кто-то наверху, кто принимает решения. Безусловно, все, что может возникать спонтанно, даже снизу, включая искусство, может изменить мнение политиков. Я на это надеюсь. Почему Беларусь и Италия близки друг к другу? È vero, l'ho riscontrato anch'io perché pur non riuscendo a comunicare con la gente. Это верно. Я заметил, что несмотря на то, что я не мог общаться с людьми без переводчика, но когда они узнавали, что я итальянец, они улыбались и сразу же говорили что-то вроде «итальяно» или подобное. Потом мне произносили какие-то слова типа «бонджорно», «белла», «браво». Сразу возникало такое веселье, которое в конечном итоге наполняло сердце. Я думаю, что возможно это так, потому что Италия сделала многое для Беларуси за эти годы. И оздоровление детей после Чернобыля является главным свидетельством этого. Мне кажется, что это в какой-то мере признается в положительном свете. Мы встретили много людей, которые говорят на итальянском. В самом деле, некоторые даже лучше, чем сами итальянцы. И я думаю, что это еще одно свидетельство нашего культурного обмена. Мы часто критикуем себя в Италии. Мы говорим, что все ужасно, что мы не умеем делать вещи и так далее. Но, возможно, иногда мы делаем что-то хорошее. И это также может быть признано.